Всем привет! Спешу. Едем с мамой в Зеленокумск, в магазин, ну еще и с братом. И сейчас вот немножко задержалась, она меня уже ждет. И снова всем здравствуйте, я уже дома. Ой, так сегодня мы долго ездили, потому что по магазинам, по базам. Ну и покажу сейчас, что я себе купила. У меня сегодня небольшая закупка, небольшой обзор. Так, сейчас, наверное, вот так сяду. Сейчас сяду и расскажу вам. Так, ну, в общем, в магните семейном купила вот такой хлеб. Вот такая вот булочка. Знаете, напоминает мне хлеб советских времен. Но чем он мне нравится, что он не так крошится. И вот у него мякиш такой сбитый. Ну, в общем, там меньше воздуха. Вкусный хлеб, мне нравится. Вот если есть возможности, я вижу такой хлеб, я всегда покупаю его. В Светофоре купила попробовать вот такую икру кабачковую. Как-то с мужем ездили, я на нее смотрела, но не взяла. В этот раз там было два вида, вот я выбрала попробовать. Взяла сгущенные сливки уже второй раз, вот их купила. Как-то я вам рассказывала, что я пью кофе, мне понравились они. Вкусные. Похожи на настоящие, что сделаны из молока, не из заменителя. Так. Купила еще молока и творог. Потом, значит, в Светофоре я еще купила себе вот такой дезодорант. Уже несколько раз беру. Хороший запах такой у него, ненавязчивый. Очень приятный эффект, комфорт пудры. И взяла еще запаску Вервик. Не знаю, не пробовала запах, но мама сказала приятный. После дождя называется. Так, на базе. На базу пошла еще специально за вот этими таблетками для посудомойки. Вот мне они больше всего нравятся. Таблетки для посудомойки Ушастый нянь. И часто я их не могу найти. Вот сейчас остались у меня там, я не знаю какие. Но они совсем не справляются со своей задачей. Вот какую я посуду положила, поставила, вернее, в посудомойку, такую я и вытащила. Бывает, что и следы от чая на кружках остаются, и белый налет. В общем, я не помню, как они называются. То ли я их в фикс-прайсе брала, не помню. А вот эти вот таблетки, это вот мои самые любимые. Цена у них недорогая. И, ну вот пока лучше я не видела. Вот самые, мне кажется, лучшие из всех, что я пробовала. И вот я сегодня попала и взяла себе 3 пачки. И еще на базе взяла, купила вот такие семена петуний. Сейчас я вам покажу. Смотрю, все уже сеют, а у меня еще даже семян не было. И вот сегодня я начала уже покупать себе семена. Ну, взяла только семена петуний. Так, это вот петуния каркула, грандифлора в ампулках. Здесь 10 штучек. Ну, на картинке очень красиво. Ну, кстати, вот я в прошлом году брала там же на базе. И вот все, что я брала на базе, у меня все вышли. А вот брала на рынке, брала в магазинах кое-какие. То ли вообще не выходили, то ли там из 5, может быть, 2 или 3 семечка. 2-3 семечка всходило. Вот на базе были хорошие. Не знаю, как в этом году будут, посмотрю. Так, потом взяла еще вот такую петунию. Очень красивая, темно-пурпурная. Здесь тоже 10 штучек. Петуния ампельная. Белая, красная. Да, 2 вида. 10 семян. Так, потом вот такая еще петуния ампельная лавина. В прошлом году у меня была розовая, а вот в этом году была вот на базе вот такая.
Здесь вот я не могу понять, сколько тут семян. Тоже в ампулке. Ну, то тоже либо 5, либо 10. Семена недорогие. По 34 рубля пачечка. Петуния махровая. Артист. Ассорти будет, наверное. Окраски ассорти. Этих 5 штук. Пируэт пурпурная. Эту точно я помню, там брала вот эту расцветку, я помню. Тоже в ампулке, ну, наверное, 5 штук. Вот не написано на пачке. Либо написано, но надо будет долго разбираться. Ну, вот такие у меня сегодня покупки. Небольшие. А, еще купила я себе, сейчас вот поставлю варить картошку на ужин. Купила себе вот такую скумбрию соленую. Брат раздразнил, он себе селедку взял, ну а я люблю вот скумбрию, купила скумбрию. Так что у меня сегодня будет ужин, картошечка отварная с рыбкой. Ну вот такие у меня... Вот такие у меня сегодня небольшие покупки, друзья. В общем, промоталась я, можно сказать, что полдня. Уехала в 11 и вернулась в 4. Ну, не в 4, наверное, полчетвертого вечера. Вот, получается, как выехала из дома и вернулся только под вечер. Ну, все, я дома сейчас буду раскладывать свои покупки и готовить себе ужин.